Так как у нас внук, который просил, где-то нужно покупаться, вот и решили купить. Ну а как же зимовать-то ему? Погода всякая бывает. Чтобы всякая дрянь не летела вот сюда в воду-то. Вот и решили. Ну, слишком здесь большого труда-то, я думаю, что нет. Единственное, то, что вот по весне летит пыльца, очень много пыльцы. А так, по уходу, через день, если пылесос и дно чистить, ни проблем, ничего нет. Но видно, что ведь вот он белый, да? Хорошо, я скажу. Проблем с ним никаких. Единственное то, что в прошлом году зима была слишком снежная. Вот единственное, боялись, все как бы не продавило. Оттого и приходилось через день, каждый день чистить его. Ну, не повредил, все нормально, все. Очень хороший, никуда не надо. Утречком вышел, раз нырнул, взбодрился. Очень, очень хороший. Можно сказать, да. От того вот там хозяйство то и установили. То есть мангала мало стало, надо еще что-то. Гостей-то много же бывает. Ну, дети, да, вот с этого дома, там девочки у нас приходят, две сестры, три. В общем, по 5-6 человек они здесь, места хватает. Правда, приходится наблюдать за ними. Кто-то вон на метровой там глубине стоит, а в ту сторону. На той стороне я сижу. Без свистка, но сижу. Первую секцию отодвигаем, вон там, где лестница, и все. Оставляем небольшую щелку, чтобы дышать полегче было. И айда пошел, ныряй. Даже в плохую погоду, вот внук-то раньше никогда как бы и в бане не парился. А сейчас все, в парилку, с парилки, бжик, и все. Плохую даже погоду. Ну что, господа, покупайте, не сомневайтесь, это вот так.